А на вопросы жителей областного центра в эту субботу отвечал первый заместитель председателя Гродненского горосполкома Андрей Жук. Количество обращений на прямую линию носит сезонный характер, поэтому неудивительно, что в минувшую субботу телефон первого зампреда не замолкал практически ни на минуту. Большинство вопросов касалось жилищно-коммунального хозяйства. Жители домов по улице Мира пожаловались на отсутствие оборудованной детской площадки. Горожане даже пытались соорудить места для детских игр самостоятельно, но их намерения успехом не увенчались. От нас исходили такие инициативы. Мы строили здесь песочницу, песочницу разрушили, и все. И больше ничего не разрешали нам строить, уже так. Ну, товарищ Светлана, исправим эту ситуацию однозначно. Поэтому в весенний период у вас появится новая детская площадка. Мы вам это обещаем и гарантируем. По звонку решилась и еще одна проблема. По словам проживающих на улице Гродгера, неподалеку от дома номер 8 образовался неблаговидный пустырь. Дворники скидывали туда прошлогодние листья, а дети гуляли в опасной зоне. Уже через несколько часов после обращения на пустыре навели порядок. Традиционно весной остро встает вопрос с состоянием дорог. Андрей Жук заверил, что ремонт дорожного покрытия как в центральной части города, так и во дворах произведут в соответствии с утвержденным графиком. Горожане могут видеть, как, например, на улице Горького уже происходит очень достаточно интенсивный ремонт дорожного покрытия. Начато нанесение разметки дорожной, приводятся в порядок, в том числе светофорные объекты, столбы освещения. Ну, традиционный набор работ, который позволит в ближайшее время, в ближайшие недели привести и наш город преобразить к летнему и вот к окончанию весеннего периода. Прямые линии показали, что горожане озабочены не только состоянием дорог, но и развитием транспортной инфраструктуры. Так жители микрорайона Погоран и Кошевники обратились с просьбой продлить автобусный маршрут, так как конечная остановка расположена в самом начале жилой застройки. Первый заместитель главы горосполкома уверил, что власти в курсе проблемы и уже активно прорабатывают эту тему. Сейчас решается вопрос о том, какое усовершенствованное покрытие использовать, чтобы продлить путь следования городского транспорта. Напомним, поделиться своим мнением или высказать предложение по благоустройству города, а также обратиться с личным вопросом к руководителям соответствующих ведомств можно в ходе прямых телефонных линий, которые проводятся каждую субботу с 9 до 12 утра по номеру 72 05 01.